Глинтвейн традиционно ассоциируется с долгими зимними вечерами или зимними праздниками, когда хочется чего-нибудь согревающего и ароматного. Знаете, как приготовить глинтвейн из красного вина? Для приготовления напитка используют как красное, так и белое вино. Обязательным набором являются специи, такие как гвоздика, корица. Кроме этого добавляют цитрусовые, сухофрукты, мед. Можно также использовать готовые смеси из пряностей для приготовления глинтвейна. Напиток получается очень ароматным, вкусным. Его обязательно подают горячим. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. В кастрюлю насыпаем гвоздику, корицу, перец и изюм, апельсин моем и разрезаем на половинки, из одной выдавливаем сок к специям, а вторую оставляем для декора, отправляем кастрюлю на огонь. 2. Вливаем красное вино, нагреваем его, ни в коем случае не даем смеси закипеть. 3. Отправляем в кастрюлю с теплым вином чайный пакетик, оставляем его для заваривания. Выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой, оставляем ее так на пару минут. 4. Готовый напиток разливаем по стаканам и украшаем кусочком апельсина, подаем его горячим, наслаждайтесь. Подписавшимся, больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Красное вино 500 мл, апельсин 1 штука, изюм 15 штук, гвоздика 4-5 штук, корица по вкусу, черный перец горошком 1-2 штук, чайный пакет 1 штука, количество порций 3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем пока!